Добрый день, друзья! Это вторая часть моего видео, и в основном это будет видео о посуде, стекле, фарфоре. И под конец, да, еще не фарфор, не стекло, но вещь просто уникальная, и купила я ее впервые. Не смогла просто устоять. Приобрела я вот такую огромную, просто напольную вазу. Сейчас я вам покажу поближе. Это стекло, это Леонардо. Винтажная ваза, она практически 8 сантиметров. Очень красивая, такая, знаете, рябая. Невероятной красоты ваза. Такая красотка. Вот. Так, вот это вот очень красиво, я считаю, чехословацкий фарфор, покрыто такой, знаете, эффект перламутра, узнаваемые букетики розочек, тюльпанов, золотое покрытие и вот это клеймо. Сколов никаких нет, состояние просто вот супер люкс, можно сказать. Она такая большая, очень красивая ладья. Так, теперь вот такая красотка. Сейчас я подниму камеру, у меня штатив немножко короткий. Это кобальт. Обратите внимание на золотой рисунок. Такой мелкий, очень-очень тонкая ручная роспись, ручная работа. Вот здесь написано. Это у нас компания Edelstein. Это баварская марка. Она печать соответствует 31 по 74 год. Основана была она, по-моему, в 1919 году в городе Кюпш, если я не ошибаюсь. Могу и ошибаться. Такой рельефный, очень красивый рисунок. Она тоже не маленькая, она примерно где-то, ну, я думаю, что сантиметров 35-40. Это точно. Так, затем я считаю, что мне, конечно, это тоже несказанно повезло. Это, конечно, не немецкий фарфор. Это румынский фарфор, который... Компания Apulum, и она была основана в 1970 году в Румынии. И с тех пор она входит в лидеры по производству фарфоровых изделий в Европе. Она очень много экспортирует изделия по всему миру. И вот я нашла, конечно, две фигурки. Это вот первая фигурка. Обратите внимание, такой красивый очень кружево. Напоминает, раньше в Германии делали дрезденский фарфор. Вот такой кружевной фарфор был. Но, к сожалению, есть небольшой изъян. Вот видите, небольшой скол. Очень красиво детально проработано. Такой младенец. Девочка-подросток, везде цветы, мамочка. Хочется показать вам со всех сторон. Вот, видите, какая прелесть. Платье, даже ленточки, посмотрите, как сделано. То есть они вот
практически прям невесомые в полете. Вот, это первая статуэтка. Красотка. А, я вам забыла показать сейчас штампик. Надеюсь, видно. Штампик клеймо. Сейчас тут скажу, что опять неправильно сказала. И вторая фигурка. Это тоже этот же завод. И вот посмотрите тоже, какое роскошное платье. Это две подружки. Тоже везде кружева. И вот здесь сбоку тоже, естественно, есть небольшой скол, потому что вот эти вот кружева, они очень-очень хрупкие. И я думаю, что в целости это очень найти такую вещь очень сложно. Вот обратите внимание, как сделаны лепесточки. Они сидят на таком вот на лужайке, это, скорее всего, земля, видите, травка сделана. Такой пенек. И клеймо. Вот такая вот красота. Далее купила даже несмотря на небольшой скол. Когда увидела эту вазу, я давно охотилась за этой вазой. Это у нас Нидерланды. Голландский фарфор. Это дельфский фарфор, еще его называют. Он был основан в Голландии, в городе Дельф. И это, кстати, очень интересная мануфактура с историей. То есть, когда с Китаем прекратилась торговля, когда только Китай обладал секретом изготовления фарфора, и в результате войны торговля прекратилась с Китаем в Голландии. И англичане тоже, ну, они столкнулись с трудностями. То есть фарфор не поставлялся, а он был очень в моде. И они решили, голландцы и, кстати, вот и англичане тоже, пополнить эту нишу. И возникновение вот этого массового гончарного производства в Голландии, она относится к 18 веку, когда город Дельфт переживал золотой век, и он был связан с торговлей, морской торговлей. И именно тогда завезли образцы китайского фарфора, и гончары стали изготовлять именно в синих белых красках эти изделия. И в это время в Голландии не хватало глины по изготовлению, для изготовления данного фарфора. И, кстати, что хочу сказать, особенностью вот дельского фарфора было многократное глазурирование. И сначала они покрывали прозрачной свинцовой глазурью. И потом еще заключительно был обжиг при низких температурах. И в результате вот этот фарфор кажется, как будто бы это фаянс. На самом деле это фарфор. Вот. Также и английская посуда. Они очень похожи, потому что очень похожи на фаянс, хотя это фарфор. И, кстати, вот эта вот роспись копировали в России на фарфоровом заводе, который основал Гребенщиков в 1700 каком-то году, а затем и послужила для керамических, создания керамических изделий из кожи.
То есть образцы именно этого фарфора привез из Голландии россиянин, и на этом заводе в России стали изготавливать шель по подобию этого фарфора дельского. Повторяю, здесь небольшой скол, но вещь очень редкая. И я вам покажу клеймо. Вот видите, Дельф. Это клеймо. Изделия этой мануфактуры не дешевые. Я прочитала рубрики, и там небольшой колокольчик, там масенький, стоит от 20 евро и выше. То есть цены не дешевые. Но на рынке я встретила в первый раз эту красотку. Она такая большая. Очень красивая. Так, теперь, наверное, немножко освобожу место для моей замечательной находки. Смотрите, какая прелесть. Чайник, молочник, сахарница и вот таких вот 6 чашечек. Это для кофе Мока, кофейный набор, богемское стекло завода Мозырь. Просто великолепное, очень много золота. Это 24-каратное золото, очень толстый слой. Состояние просто изумительное. Единственное, на одном блюдце есть небольшая, вот здесь, знаете, как маленький такой вот скол, не трещина, скол, вот можно прочувствовать. Ну, это на одном блюдце только. Вот такие вот 6. Очень, ну, очень красивые, прям, я считаю, не оторвать глаз. И очень-очень легкие. Давайте крышечку посмотрим тоже. Ну, вот чайник, конечно, он тяжеленький такой. Вот такая вот красота. Ну и последняя моя находка. Сейчас я вам ее покажу. Это антикварные часы. Обратите внимание. Сейчас мы их откроем. Вот такой вот огромный старый ключ. Так это открывается. Здесь крючок. Ну, дерево уже где-то рассохлось, где-то немножко сложновато открыть дверь. Уже такой сильно потрескавшийся циферблат. Но хозяева сказали сразу, что их нужно починить. То есть там в целости и сохранности механизм, ключик все есть. Вот здесь он прям лежал. Но повторяю, что они сказали, что часы не работают. Но я попробую. Я так понимаю, что они еще и со звоном были. Такая вот красотка. Да, дерево старое, есть какие-то погрешности уже, но в целом состояние очень-очень хорошее. Ну вот на этом все, все мои покупки. Пишите, буду рада. Поправляйте, тоже буду рада, потому что я не знаток и многого чего не знаю. Поэтому всем привет, пока-пока и мира и добра.